Более 200 вызовов в день и 90 обращений в год. В таком режиме работает Ангарская станция медицинской помощи. Сюда звонят люди со всего округа. Медики обслуживают как МИГЭД, так и поселок Железнодорожный. По статистике, большая часть вызовов приходится на инфаркты, инсульты и сердечные приступы. То, что в городе появился региональный сосудистый центр, вероятно, скажется на работе скорой помощи. Вы везете боль, вы не чувствуете, не знаете, что... чем это сопровождается. Когда мы видим это теперь на экране, вам тоже это будет полезно посмотреть. Когда коронарная артерия толщиной 3-4-5 миллиметров полностью подвергнута обструкции, забита, естественно, это повод для инфаркта. И в течение короткого времени, в течение 30-40 минут мы добиваемся того, что она становится полностью проходимой. 2020 год стал настоящим испытанием для медиков. Многие работали на пределе возможностей. Порой, спасая чужие жизни, жертвовали собственными. Эти заслуги не могли остаться незамеченными. И в профессиональный праздник более 50 медицинских работников отметили наградами разных уровней. Их медики получили из рук представителей окружной администрации, регионального правительства и профсоюза. Настолько вы сострадаете людям, вот они прям звонят и говорят, вы представляете, вот к нам неотложка приехала, вот они не такие сердечные, как приехала скорая. Поэтому вот просто благодарность вам за всех наших ангарчан, потому что, ну вы знаете, что они у нас непростые, очень избалованные вашим вниманием. На станции скорой помощи работает почти 250 медиков. Это врачи, фельдшеры, водители и многие другие. Ангарский округ обслуживает ежедневно 19 бригад, и каждый из них спешит на помощь к пациентам. Елена Шелик, Олег Левченко. Местное время.